Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня хотел бы с вами поговорить про обновление 0.16.0, потому что вокруг этой цифры ходит очень много легенд, мифов и слухов. И прямо сегодня я постараюсь все это развеять и рассказать вам самую настоящую правду. Так что присаживайтесь поудобнее. Если вы ждете обновления прямо сейчас, прожимайте лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. На GG следов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, вам всем интересно узнать, когда же будет обновление. Ребята, давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что прямо сейчас играю на самой первой карте в стендоффе, это Training Outside. Именно эта карта была в самой первой версии стендоффа. И именно тогда даже не было командного боя, был всего лишь один режим под названием «Бой насмерть». Так вот, вот это вот самое первое обновление вышло 17 апреля 2017 года. То есть очень-очень скоро будет уже стендоффу как 4 года. Что же это означает? Это означает то, что возможно 17 апреля выйдет то самое обновление. Просто, ребята, зная разработчиков, у меня иногда такое ощущение, что они думают: «Хе, а давайте-ка я совмещу два дела одновременно. И обновление выпустим, и отпразднуем 4 года компании Excelbolt». Но, ребята, это всего лишь мои предположения, и если серьезно, то у нас... Ух, ля, что произошло? Телепорт! Ну, а теперь давайте строго по фактам. Когда же выйдет новое обновление, ребят? Для того, чтобы вышло новое обновление, мне надо, во-первых, прямо сейчас сделать килл. Так, яс. Во-вторых, ребята, надо, чтобы новогодний Gold Pass вышел на рынок. И как только он выйдет на рынок, тогда мы и можем ждать обновления. Раньше всегда было так: как только заканчивался пас, примерно проходит один месяц, и его добавляют на рынок. А потом уже, исходя из этого времени, мы можем отталкиваться к дате обновления. Но сейчас происходит что-то невероятное. Пас закончился 2 месяца назад, но, к сожалению, до сих пор не вышел на рынок. Но разработчики нам всем обещали, и даже в официальной группе спрашивали, выйдет ли пас на рынок. Разработчики говорили: да, ребята, 100% пас выйдет на рынок. Поэтому, ребята, изначально мы ждем, чтобы пас вышел на рынок. Также, ребятки, в новом обновлении мы ждем эти прекрасные, замечательные брелки. Если кто не помнит, то разработчики случайно вместе с новогодним обновлением дропнули вот эти вот все брелки, чарм-брелки. На самом деле, ребят, это награда за второй сезон. Да, вам не послышалось. Вы заканчиваете второй сезон, получаете какую-то награду, и эту награду можно будет продавать, потому что она была на рынке. Посмотрите, насколько же все это красиво. А теперь, ребята, поговорим, когда же закончится второй сезон. Ну что же, давайте обратно еще одну небольшую аналитику. Первый сезон вышел 25 апреля. Сезон номер 2 вышел 28 октября. Сколько же прошло времени, ребят? Ответьте мне, пожалуйста. А времени прошло ровно полгода. И это означает то, что ровно в этом апреле, скорее всего, будет стартовать третий сезон. Поэтому, ребята, вот мы потихоньку и подходим к правильному ответу. То, что обновление, скорее всего, будет в начале или в середине апреля. Ну а теперь давайте поговорим касаемо того, что же будет в этом обновлении. Ребят, если мы напишем Excelbolt, что же мы с вами увидим? Мы видим с вами прекрасный, замечательный клан. Тут есть тестер по имени LQA Hold Jewel. Переходим к этому тестеру. Как я понял, это один из самых главных тестеров, потому что он постоянно что-то тестирует. И, ребята, обратите внимание на его игры. Вы сейчас будете в шоке. Потому что данный тестер на протяжении 1, 2, 3, 4, 5, 6 игр подряд тестировал игру. И при том он всегда побеждал. И при том он играл 1 на 1. То есть, как минимум, играть в ММ 1 на 1 невозможно. Но они тестеры, поэтому им можно все. А теперь давайте же с вами посмотрим, что же они изучали. Они играли против разных рангов для того, чтобы сбалансировать матчмейкинг. Что же это имеется в виду? Это имеется в виду, что в третьем сезоне, скорее всего, мы все-таки получим нормальный, играемый матчмейкинг, в котором не будет такого резкого перепада званий по типу Gold 1 и Легенда. Я очень это жду. Если вы тоже это ждете, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Ну а теперь максимально жесткий инсайт. Вы сейчас будете в шоке, подумаете, что это фотошоп, но нет, ребята, все по-настоящему. Внимательно читаем и внимательно смотрим, что же мы тут видим, ребят. Обратно же перехват пакетов данных. Я не знаю, почему разработчики не шифруют никак данные, но уже какой раз, ребята, мы спойлерим обновление.
Что же мы видим? Мы видим, что версия 0.15.2. Ну, ребят, это не факт. Это как может быть как и 0.15.2, так и 0.16.0. Что же мы тут видим? Мы тут видим, что тестируется новый режим под названием тест. Играет 2 на 2. И, естественно, если они играют 2 на 2, что же это означает? Тут два варианта. Первый вариант, то, что они просто тестируют матчмейкинг, чтобы настроить модель третьего сезона, как я говорил ранее. А вариант номер 2, как думают все, то, что добавят новый режим напарники. Я, честно говоря, без понятия. Знаю, разработчиков не любят добавлять различные новые режимы. Поэтому, ребят, вполне вероятно, то, что в ближайшем обновлении мы увидим новый режим напарники. Это круто. И еще, ребятки, есть одно очень интересное наблюдение. Буквально позавчера рынок закрыли на целые сутки. Целые сутки рынок не работал, вы сами понимаете, что же там делали? Скорее всего, что-то связанное с обновлением. И помимо всего этого, сегодня ночью, да, когда я снимаю это видео, сегодня ночью, я не мог зайти в стендов. Что же это означает? Это означает то, что разработчики прямо сейчас что-то с ним делают, что-то в нем меняют, что-то добавляют, и я думаю то, что это то самое обновление. Так что, ребята, если вы ждете обновления, прямо сейчас напишите в комментариях, почему вы его ждете, и что же вы ждете больше всего, потому что, ребята, я очень верю то, что обновление будет в ближайшее время. Ну а сейчас, ребятки, внимательно посмотрите на наш с вами любимый Furious Case, потому что, скорее всего, его наконец-то все-таки уберут. Поэтому мой вам совет: закупайте Furious Case, и чем больше, тем лучше. Я себе куплю Furious Case, и помимо Furious Case, скорее всего, ребята, поменяют также Rainbow Sticker Pack, потому что они уже очень-очень долго, они всем приелись, и я думаю, то, что они тоже выйдут на рынок. Поэтому мой вам совет: Rainbow Sticker Pack и Furious Case надо покупать. Ну, естественно, если Furious Case уберут, то, конечно же, все эти керамбиты, они тоже вырастут в цене. Поэтому, ребята, тоже имейте в виду, что вот эти вот 4 малышки, скорее всего, тоже очень сильно подорожают. Ну а теперь время инсайдов, ребята. Я думаю, вы заметили одну очень интересную закономерность, то что разработчики имеют свойство с каждым своим обновлением изменять карты. Они изменили зону 9, они изменили провинцию, они изменили Раст, и осталась последняя нетронутая девственная карта, это Sandstone. Поэтому, ребята, очень скоро и в ближайшее время, я надеюсь, то, что эту карту тоже изменят, хотя, как по мне, она просто идеальная, я не знаю, что на ней можно менять. Но, если разработчики говорили, что поменяют все карты, значит, скорее всего, эту карту они тоже поменяют. Есть еще один очень интересный факт, который должны разработчики добавить. Я говорю, именно должны. Знаете что? Вот это вот они нам обещали добавить в прошлом году. И знаете что? Они не добавили. Вот это вот они нам обещали добавить в позапрошлом году. И позапрошлом году клиент-сервер уже обещает 3 года добавить, но никто его не добавляет. Ребята, ну пожалуйста, я не могу нормально играть в ММ. Ну это просто трындец. Уже горит сколько же читеров, сколько всего. Пожалуйста, ребята, добавьте клиент-сервер. Я думаю, все будут очень рады. Ну и еще разработчики обещали в прошлом году добавить мастерскую. Ребята, мы не забыли, мы ее ждем. Я хочу поиграть на кастомных картах, потому что, как мне, это было бы очень прикольно, если добавить всякие мини-игры, всяких ботов, было бы реально очень-очень круто. Ну что ж, мои уважаемые и дорогие подписчики, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если ждете обновления. Ну а с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!